как гражданин города, на этот беспредел смотреть невозможно. Политический заказ, политический беспредел, сталинские репрессии начались. Мы сегодня сюда пришли для того, чтобы забрать Примаря домой. И мы отсюда не уедем без него. Свободу Валентину! Свободу Валентину! Свободу Валентину! Прокурора, который ведет, сфабриковал это дело, зовут Лилиан Бакалым. Это специалист, эксперт в кавычках по нашей партии. Он гнобил многих активистов, возбуждал многие уголовные дела. Фамилия судьи Морозан. Это родственник, прямой родственник Владимира Плохотнюка. Какие еще могут быть вопросы по поводу заказного характера этого дела? Уфост реценут интермод барбар, мод абузив, пиво кримы приспусы, куму овнит прокуроре, организат, кумаскац, ку митролиере, ку машин спечали, ку тет СТА. Asta numai pe teroriștii rețin. Și procurorii care au organizat o brăznicie asta, așa numită anchetă, trebuie să fie pedepsit. Așa posibilități sunt de primi în față de fiecare primar. Eu știu că mâine mă faci și pe mine așa ceva. Poate... Așa cazul sunt și în Făleș, și tot locuși.